Книга, о которой отзывался даже Далай Лама, «Эмоциональный интеллект 2.0» — это книга для тех, кто хочет становиться лучшей версией себя, развивать эмоциональный интеллект. Книга отлично подойдет для тех, кто управляет, для всех, кто задействован в роли управленцев, для лидеров любого уровня и для улучшения взаимоотношений с окружающими, а также для тех, кому грозит эмоциональное выгорание. Очень подробно про эмоциональный интеллект и как он на самом деле более полезен и нужен, чем всем известный IQ, как он помогает людям, как его развить.